Город был основан в 14 веке. Город основал король Боснии. Это был Твердко I, кот Троманич. И тогда название города было Святый Стефан. После этого городу наследовал герцог Стефан Вукшич Косач. Тогда город получил свое название от титула герцог. Герцог — это титула, как, например, лорд. И от титула герцог, герцог Новый получил свое название. So we can see the town Herzegovina in front of us.